«Дети столиц» – это волонтерский проект для детей и подростков, которые не имеют возможности летом оздоровиться в загородных и школьных лагерях. От традиционного школьного лагеря этот проект отличается тем, что волонтеры работают одновременно с детьми разного возраста в условиях группы, состав которой постоянно меняется. Волонтерскому проекту «Дети столицы» в этом году исполняется 17 лет. Впервые проект был реализован в 2004 году в 4 школах Московского района города Минск. С каждым годом проект развивался, увеличивалось количество участников и расширялась его география. В 2018 и в 2019 годах проект сотрудничал с врачами в рамках совместного образовательно-оздоровительного проекта БГПУ и РНПЦ «Кардиология». Вместе к здоровью нации. Волонтеры проекта проходят подготовку по специальной программе, что позволяет им приобрести новые умения, сплотиться и позитивно настроиться на работу. Волонтеры сами привлекают участников в проект, рассказывают о нем детям и их родителям. Информация о проекте размещается в интернете. В каждой школе работает мини-группа из 5-7 студентов, деятельность которых курируют более опытные волонтеры. Вместе с детьми волонтеры читают, рисуют, мастерят, проводят викторины, игры, квесты, творческие и развивающие мастер-классы и конкурсы. Главной особенностью этого сезона стало проведение его в режиме онлайн. Было проведено 16 тематических занятий по 4 направлениям. По понедельникам дети раскрывали секреты эффективного общения вместе с педагогами-психологами Республиканского центра психологической помощи. По вторникам проходили занятия в рамках цикла «Белоруссияда» – спортивная гульня у столицы. Дети познакомились с белорусскими народными спортивными играми и основами здорового образа жизни. Поучаствовали в танцевальных флешмобах, развили свою ловкость и провели активно и весело время. Каждую среду детей ждали увлекательные зеленые уроки, естественно-научные опыты по формированию бережного отношения к природе, подготовленная совместно с ресурсным центром Green Office БСПУ. В четверг в рамках «Школа равных возможностей» волонтеры Института инклюзивного образования проводили занятия и мастер-классы, целью которых являлось формирование толерантного отношения к детям с разными возможностями. За 17 лет количество участников охватило более 5500 школьников и приняло участие около 900 студентов-волонтеров. А благодаря режиму онлайн проект еще больше расширил свои горизонты, и к участию мог присоединиться любой школьник, вне зависимости от места жительства.